Движению серебряных волонтеров уже 6 лет, и сегодня у них прошел самый масштабный слет. Больше 400 участников со всего края встретились, чтобы показать друг другу свои лучшие идеи. Например, одна из них – проект «Больничная клоунада», который зародился в семье Игоря Якубы. В своей квартире он собирает инвентарь и одежду для представлений, которые вместе со своей семьей показывает тем, кому так не хватает хорошего настроения. 2011 года я в своей квартире открыл музей и стал сам по себе все, ну, делать что-то такое интересное, дарить людям радость. Потому что называется музей счастья. Давай счастье дарить. А потом узнал, что есть такой организация такая есть, серебряные волонтеры. Я к ним. Вот они: «О, мы вас долго ждали». Постепенно музей счастья перерос в проект «Больничная клоунада». Я птица счастья. Дарю радость детям. Езжу по больницам, по детским домам. Таких семей-волонтеров на слете много. Например, династия Мезиных. Мама и две дочери приехали из Рубцовска с мастер-классом «Теплая открытка. Привет на фронт солдатам». Семья работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья. У нас возникла идея такая – организовать ребят, которые уже достигли совершеннолетия, которые взрослые, молодые люди – в такую добровольческую группу, где они могли бы быть сами добровольцами, помогать людям, и специалисты, люди серебряного возраста могли бы им тоже помочь. Мастер-классов на слете более 10, и волонтеры готовы делиться своими умениями и дальше, ведь им всем есть что показать и рассказать. Когда человеку исполняется возраст мудрости, он перестает работать на производстве, но его навыки и умения, они остаются невостребованными. Но эти навыки и умения могут сделать наш край и нашу страну лучше и краше. И именно поэтому серебряные люди серебряного возраста приходят в волонтеры и дарят свою любовь, свой позитив и свою доброту землякам. Всего на шестой слет приехало 180 отрядов. Но серебряные волонтеры всегда рады новобранцам, и на седьмой слет рассчитывают отправиться еще большим составом. Алина Борисенко, Роман Хайрулин, новости.